Сфера образования сейчас является одной из самых финансируемых. В модернизацию этой отрасли заложено около 9 миллиардов рублей. Такие средства позволяют не только улучшать материально-техническую базу учебных заведений, но и разрабатывать дополнительные проекты. Огромное внимание чиновники уделяют информатизации образовательной системы. Серьезный прорыв в системе образования, в информатизации системы образования сделан в 2012 году. Даже такой формальный показатель у нас установлен, как количество участников на один компьютер, он сейчас составляет 6,5 человек. Буквально несколько лет, 2 или 3 года назад, этот показатель составлял 12 человек на один персональный компьютер. Активно сейчас внедряется проект «Электронная школа». Это не только электронный журнал, электронный дневник, но это также электронная проходная, электронная столовая. Возможно, в скором времени электронные столовые и проходные появятся во многих учебных заведениях региона. Пока что они существуют только в 2 школах областного центра. Тем не менее, задачи на текущий год стоят вполне конкретные. Чиновники намерены закупить новые школьные автобусы и обеспечить всех учащихся бесплатными учебниками. Большая задача, чтобы все школы были обеспечены в полном объеме учебниками. Все нуждающиеся дети, кто учится в школах, должны получить учебники бесплатно. Поэтому это будет еще один шаг в создании современных условий для обучения школьников. Не забудут в этом году и об учителях. Преподаватели ждут не только разнообразные курсы повышения квалификации, но и увеличения заработной платы. Большие средства направлены на повышение квалификации учителей, потому что в этом году ставится задача довести уровень заработной платы в системе общего образования до средней заработной платы по региону. Мы обеспечили финансами эту задачу, она будет выполнена. Финансовые средства на эти цели в областном бюджете предусмотрены. Будет повышение заработной платы у педагогических работников системы общего образования, профессионального образования и у работников системы дошкольного образования. В этом году произойдут некоторые изменения и в учебной программе. У школьников старших классов появится новый предмет – нравственные основы семейных ценностей. В этот элективный курс будут входить базовые знания по конфликтологии, психологии и этике. Пилотный проект стартует в 30 школах Ивановской области. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.